Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу вам о том, что едят аквариумные раки. Раки как таково всеядны. В их рационе присутствует как животная, так и растительная пища. Растительная пища может составлять до 90% их питания. Оставшаяся часть – это животная пища. Животную пищу ракам дают не чаще 2 раз в неделю. Есть распространенное мнение, что она повышает у раков агрессивность. На данный момент вы видите, как раки едят растительную прополку из другого аквариума. Чтобы растения не всплывали в толщу воды и на поверхность, я их вставил в шайбу из нержавейки, которая не даст им всплыть. Обратил внимание, что самое любимое лакомство из аквариумной растительности у моих раков – это роголистник и наяз. Не знаю, как наяз, но в роголистнике содержится известь, необходимая для поддержания крепости панциря или отращивание нового после линьки. Также из растительности ракам можно дать лист шпината, крапиву, кабачок, вареный картофель, листья салата и морковь. В морковке содержится кератин, который обладает способностью значительно усиливать окраску красных раков. В качестве замены животной пищи для кормления можно использовать мотыль, кусочки рыбы, креветок, курятина. Из промышленных кормов даю иногда гранулы и таблетки для самов. Вы спросите, почему для самов, а не для раков? Потому что у нас в городе кормов для раков не продают. Также ракам можно давать вареную кукурузу, горох и фасоль. Еще в рационном питании ракам дают белок вареного куриного яйца. Своим пробовал давать, не едят. Если кто кормил белком яйца, то напишите в комментариях. Возможно, мои не ели, потому что оно магазинное. На этом у меня все. Если у вас есть что добавить, пишите в комментариях. До новых встреч, новых видео.